Уклонисты от армии не смогут занимать государственные должности в течение 10 лет. Документ подписал президент Владимир Путин на прошлой неделе. Поправка существенно смягчает действие закона. Напомню, ранее запрет вводился бессрочно. Этот закон призван смягчить законодательство о всеобщей воинской обязанности и призвать уклонистов от армии все-таки легализоваться, так сказать, и отдать государству свой долг, свой священный конституционный долг. История со спорами началась еще в 2014 году. Тогда Конституционным судом Российской Федерации было отмечено, что бессрочное действие санкций противоречит Конституции страны. Новый закон будет действовать на все трудовые отношения, возникшие с 2014 года. Как отмечают специалисты, во-первых, это поможет сократить количество уклонистов, которых, к слову, в Первоуральске становится меньше. За несколько лет со 100 человек их цифра сократилась до 30. Напомню, к государственной службе относятся сферы, отвечающие за управление, охрану и правопорядок. Это военная служба, правоохранительные органы, сотрудники муниципалитетов, судьи и многие другие.